приветствую на канале Wow Animal Life. Люди нашли худую собаку, в ней сложно было узнать Алабая. Собаку по кличке Альмира подобрали в Нальчике, тогда она выглядела настолько плохо, что в ней сложно было угадать Алабая. Прошлые хозяева использовали Альмиру для разведения, замучив животное постоянными родами. А когда заводчики поняли, что животное уже не принесет им прибыли, просто выкинули ее на улицу. Там Альмиру и нашли люди. Волонтеры забрали Альмиру, чтобы спасти ее. Она болела пироплазмозом, демодикозом, весила 30 килограммов, и для переливания крови для Альмиры пришлось просить экстренной помощи местных хозяев и их собак. Но благодаря стараниям врачей и волонтеров Альмира пошла на поправку. Спустя неделю Альмиру стали выпускать на прогулки, наряжая ее в комбинезон, чтобы она не замерзла. Сейчас у Альмиры все еще остаются проблемы с весом и здоровьем, которые требуют наблюдения ветеринара. Кроме того, будущим хозяевам нужно будет заняться поведением этой бандитки. Надеемся, что такой человек найдется, и у Альмиры будет спокойная и счастливая собачья жизнь. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.